Мы готовы полностью к этому, потому что мы завтра открываем еще в центре города один такой же центр, где будем выдавать ту же гуманитарную помощь, сим-карты и оказывать всю помощь для населения там. Потом такой же на левом берегу у нас открытый центр, где мы оказываем, и весь Мариуполь практически охвачен нашей помощью. Дочечка, родненькая, с нами все хорошо, милая моя. Мы, наверное, приедем к вам скоро, как только появится возможность. Все хорошо, моя рыбка. У нас нет воды, нет света. Мой дом разрушили, полк вот этот Азов. Нам даже они не дали забрать вещи. У меня вот с собой, у меня с собой здесь только документы. Понимаете? А все было в квартире, вещи мои. Все, у меня два больших кота было дома, они не дали забрать. Погибли люди, сгорели. Они подожгли наш дом и кричали: «Слава Украине!» Братва, братва, иди сюда. Тихо, тихо. Все, все, все. 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 Все, все, все